Дечу. И камчо. Сейчас пока покажу вам урожай. То, что сегодня собрала у нас моя корейская мама. Посмотрите, как все шикарно. Я жду маму в гости. Будем здесь готовить плов потом для моих родственников корейских. Здесь уже свекор прикупил землю. Буду тут грядки сажать. Инна, что за танцы у тебя? Еду приготовили, привезли. Осталось только распаковать. У нас тут есть профессиональный распаковщик. Скажи всем доброе утро. Всем доброе утро. Это ты, девочки сладенькой. С этими сладенькими ножками. Привет. 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 И еще одна девочка пришла, привет. Нанэ, ты что там делаешь? Так, вот у нас гольфистка растет, да, Нана? Пойдем блинчики петь? Птички, да. У нас сегодня на обед будет курица, суп из курицы, сваренный по корейским традиционным рецептам. Он немножко отличается от того, как готовят у нас в России. И есть, конечно же, разница во вкусе. Сейчас покажу вам секретики, секретный ингредиент. Дечу. И камчо. 감초, 약간 딱 감초. 아니야. 그다음에 이게 그 이름 뭐더라? 저도 생각이 안 난다. 이게 무슨 이름이야? Все, теперь это все должно у нас вариться. Саша, пункт. 40 минут должно это все вариться с этими веточками курицы, а потом все нужно будет убрать и оставить только курицу. Выглядела у нас вот так, видите, упаковка. Кому нужно, скриньте. Кто живет в Корее, возможно, пригодится. Ну, интересная вещь. Готовят не только суп, еще самгипсаль, да? Короче, еще готовят из свинины мясо. Обязательно, конечно, нужен чеснок. Корейцы везде, наверное, в каждое блюдо добавляется чеснок. Он, видите, уже внутри плавает. Какая красота! Тут добавили еще зеленый лук. Все у нас кипит. Сейчас пока покажу вам урожай. То, что сегодня собрала у нас моя корейская мама. Смотрите, вот такие интересные листочки, да? Корейцы любят из них делать всякие закуски, панчаны. И переводится это как листья рапса. Есть такой красивый желтый цветок, но ему не дают дозревать. То есть только как он немножко прорастает, его сразу же собирают, чтобы он не пустил вот эти дудки для цветков. Дальше это, конечно, лук. Я вчера его помогала свекрови немножко чистить. Из него свекровь будет делать по кимчи, но мы уже возьмем, наверное, домой его. И смотрите, здесь такая интересная полынь. Она вообще не пахнет, то есть
как мы привыкли, да, что полынь там какая-то горькая, что даже если корова поест полыни, то потом может быть молоко какое-то невкусное. То здесь нет, она по виду только напоминает полынь, все остальное совершенно по-другому. И вкус, и запах тоже вкусно очень. Делают всякие панчаны, добавляют туда орехи, масло кунжутное. Ну, потом я думаю, что покажу вам хотя бы один рецептик. Смотрите, у нас уже тут процесс так продвигается активно. Причем тут в Корее постоянно, знаете, вот на всю катушку у нас кипит, никто не убавляет огонь. И курицы, кстати, в Корее очень редко можно встретить такие огромные. Обычно они по 800, по 900 грамм, потом все. Считается, что курица невкусная, поэтому ей не дают нормально вырасти. Сейчас пойдем посмотрим, чем там наши занимаются ребята. Слышно, как они там смеются, как им весело. Вау! Хотела вам показать, как у нас тут распустилась сакура. Но корейцы, конечно, меня поправят. Это подход. Посмотрите, как все шикарно. Да? Еще недельку, и везде будет все усыпано такими белыми листьями. Я вам покажу сама в предвкушении этого замечательного волшебного времени. Это просто какой-то будет восторг эмоций. Наверное, знаете, это то, почему я так сильно полюбила Корею. Потому что, когда я впервые приехала сюда, в Корею, для меня была цель увидеть цветение вишни. И поэтому она у меня, Корея, так сильно ассоциируется именно с цветением вот этой сакуры, подкота. Здесь нужно будет немножко прибраться, но вот дедушка смастерил шикарный тут казан. Я жду маму в гости, будем здесь готовить плов потом для моих родственников корейских. Так как у меня мама, кстати, из Киргизии, я уже говорила, они там умеют готовить фирменный плов, вкусный очень, поэтому ждем. И я уверена, что всем все понравится, но все равно интересно. Реакция моих корейских родственников на такую русскую, какую-то узбекскую, там киргизскую, ну вы поняли, да, еду? Здесь уже свекор прикупил землю, будут тут грядки сажать. Это у нас удобрение, здесь у нас что? Селен, магний, кальций для растений. Совсем небольшой кусочек у нас будет здесь расти. Я только наблюдаю, потому что для моих свекров это особое удовольствие следить, знаете, как растут. Растут растения, поэтому я не вмешиваюсь в этот процесс. Когда я повзрослею, состарюсь, я тоже буду выращивать грядки. И, наверное, также буду просить, чтобы никто не вмешивался в мой процесс. Девчонка, вообще классно. Ну, Макьяо. Я думаю, маму поймал. Я поймал. Я поймал. Пойдемте играть догоняшки. Пойдемте. Догоняшки будем играть. Осторожно, осторожно, Инна. Все, теперь ты меня лови. Мама, иди сюда. Ты у нас такой подстриженный всегда красавчик, да? Вкусно пахнешь. А она все равно вредный. Все равно вредный. Вот что не сделай с тобой. Характер, конечно, все у нас с тобой полностью расходятся. Или наоборот, похоже, у нас с тобой характер, что мы не можем с тобой подружиться. А, дружок.
переставила я сушилку, потому что там очень сильно дует ветер, и одежду прям уносит, поэтому немножко переместила, чтобы потом не бегать, не собирать по всему участку. Дети у нас так выглядят, прям сразу видно, уличные девчонки, да? Инна, что за танцы у тебя? Инна, напой хоть мелодию. Как видите, остались тут остатки блинчиков. Кстати, дети хорошо поели, их утром прям позавтракали. Но я думаю, что это тоже можно выбросить. Оно уже долго лежит у нас на столе, уже все высохло. Здесь весь мусор усохнет. Кстати, вот эта вот штука прикольная, то, что здесь можно перерабатывать пищевой мусор. Но вот мы еще покупали ледогенератор. Вот это, наверное, самая бесполезная вещь. Мы и так и не пользуемся. Закрыли прям. Ладно, покажу. О, красота. Запах, правда, очень вкусный. Немножко не похож на наш привычный аромат курицы. Пахнет немножко древесиной, но не сильно. Вкусно. Все на ломатисы. В Корее обычно курицу отдельно подают от всего остального бульона, а в бульон еще добавляют рис, некоторые специи, делают чук. Здесь доваривается наш бульон. Нари уже готова к трапезе. Нари, такопа. А, дочь, сейчас мы тебе тоже дадим супчику, мяско, да? Дети, как обычно, нам тут парные стики на руки наклеили. Вкуснота, да? Вот, вот Нари у нас бульон с рисом. Здесь у нас еще один друг. Да, ждет. Ждешь? Да, скажи, давайте скорее мне. Давайте. Просто, друзья, это лучший конструктор. Покупаешь детям дорогие игрушки, они про них очень быстро забывают. Вот. Разобрал ребенок, собрал, и весь день у нее занят. Такая серьезная. Мама, тебе не жирно будет? Забрала у меня мясо. А, мама? У нас Инна решила, что папе холодно. Инна, мунтоли мандрозусу, Инна, да. Чё? Мама. Что-то тоже релаксируешь, да, с папой? Вы, ну, мы застойна. Пади поеду. Покажи свои штаны. Инна, ну что это за эксклюзивчик, а? Папа, сако, где гасо? Папа, сако, где гасо? Собрались домой. Муж наварил кофе нам в стаканчиках в машину. Я с ребенком на руках. Показала бы вам, но не получается. Покажу через окошко. Мы приехали, наши тут небольшие косметички.
с урожаем. Даже не спрашивайте, зачем у нас столько сумок. Как назло, думаешь, возьму с собой чуть-чуть, а там детское питание, соки, молоко, одежда. Хотя вроде бы по минимуму все берешь. Все равно собирается чемодан целый. Видите, стало тепло и появилось очень много яхт за окном. Так хорошо дома у нас. Еду приготовили, привезли. Осталось только распаковать. У нас тут есть профессиональный распаковщик. Мама, в ресторан сей. Ресторан. Because not cook. Папа, мокна. Чем-то напоминает наши чебуреки, только маленькие. И начинка чуть-чуть другая. Черная паста с черными бобами. Мясо и лук. Это вот смешать с лапшой. Кстати, в этой доставке есть даже какие-то перепелиные яйца маленькие. Прикол. Так, все, мама тут домыла лук, который сегодня собрали. Завтра будет делать пакимчи. Красота. Ребятки, а на этой прекрасной вечерней романтичной минутке я буду с вами прощаться, потому что дети заснули, а у меня началось время учебы. Примерно час у меня уходит на то, чтобы подготовиться к экзамену на получение водительских прав и немножко еще позанимаюсь корейским. Вот, спасибо, что сегодня снова были с нами. Если вдруг еще не подписались, обязательно подписывайтесь. И всех вас обнимаю. До встречи в следующих сюжетах. Всем пока.